Супермаркеты в Венесуэле охраняют военные. Настолько накалилась ситуация в стране. За последние несколько дней на юге страны разграбили 20 магазинов. 2 человека погибли в перестрелке с полицейскими. 50 участников беспорядков задержаны. Людей толкает на преступление нехватка продуктов и денег. Из-за рекордной инфляции и внешних санкций многие оказались на грани выживания.